Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы рассказать про очередную халяву. Итак, погнали. Для начала хотел сообщить о том, что вы можете совершенно бесплатно забрать сразу в Steam World War 2 Online, то есть шутан по Второй мировой войне. Да, вроде бы 2001 года выпуска, но, наверное, подтянули там все с того времени. Ну, справа вы можете видеть игровой процесс. И достаточно-таки хардкорная игра. Значит, давайте посмотрим. Для нескольких игроков, мультиплеер по сети и онлайн. Значит, 73 на метакритике. Достаточно-таки круто. Если мы посмотрим про игровые особенности, то что у нас здесь есть? Карта 1200 на 1200 километров. То есть, ну, сумасшествие какое-то. Как там вообще что делать, интересно. Бои на карте Европы. Игра состоит из так называемых кампаний. Атмосферность боев, дым, горящие поля боя и так далее. Историчность игры. Баллистика, всех видов оружия, стрелкового до тяжелых орудий зениток. Смена времени суток в игре, ночные бои, рандомная смена погоды в игре, спаун, производство техники заводами, разрушаемость зданий в игре, интернет-статистика игрока. Значит, у старожилов проекта наведется с 2003 года. Отсутствие ботов в игре, где бы то ни было. Но минусы здесь в основном хардкорность и попадание чуть ли не одной пули и труп. То есть, ну, такой вот, кому нравится, можете попробовать такой вот шутан по Второй мировой войне. Особенно круто то, что очень низкие системки, одноядерные процессы, старенькая видюха, но, правда, оперативки 4 советуют, чтобы было. В общем, можете попробовать. Что нужно, страничка в Стиме, жмете «Установить» и, в общем-то, да, ну, просто дойдите до того, чтобы вот запустился клиент, и она у вас окажется в Стиме. Давайте, значит, посмотрим. Я уже сегодня забрал. Вот, World War 2 онлайн куплено сегодня. Так, дальше. Ссылочка на нее будет в описании. Дальше очень крутая раздача. Сейчас совершенно бесплатно можно забрать первый Outlast. Значит, вот игровой процесс справа вы можете видеть. Для тех, кто также в курсе, особо объяснять не нужно. Психушечка, выживалка. Причем вы не можете атаковать, только убегать, шныриться, пытаться выбраться и разузнать, что вообще происходит в психушечке. Первый Outlast оказался действительно крутой такой хоррор-выживалкой. И, в общем-то, второй тоже оказался достаточно хорошей игрой для любителей жанра, конечно же. Потому что, ну, кровище, сумасшествие, страх. Поэтому тут уж на любителя. Но все равно, конечно же, круто. Совершенно бесплатно можем забрать ограниченное, кстати, время. Один день, 23 часа. То есть до 23 сентября. Фактически до вот субботу вечером заканчивается данная раздача. Так что что нужно? Заходим опять же этот сервис. Дан вот на эту страничку будет ссылка в описании. Это опять же сервис Humble Bundle. Крутой сервис, который часто раздает игры совершенно бесплатно. Создайте здесь себе учетку, чтобы она у вас всегда была. Итак, значит, что делаю? Переходите на эту страничку. Ну, само собой, я авторизовался уже. Жмете Add to Cart. Все, вот раздача появилась у меня в корзине. Но имейте в виду, что у вас может выскакивать такая вот ошибка. Вот у меня тоже выскакивала. Но это если вы будете переходить с главной страницы и вот якобы на эту раздачу. И у меня сразу же появляется ошибочка. Вот это. Но если я делаю через вот эту страничку, то все нормально. Добавилось вот в корзину, все как положено. Get it for free. Сейчас мне придет подтверждение на почту. На почте нужно на картинку нажать. Секунду. Вот, значит, перешло на почту письмецо. Жмем на картинку. Нажали на картинку. Вот, появилась эта страничка. Здесь уже сейчас возьмем ключик. Причем, что интересно, опять же, ключ нужно активировать в течение 15 дней. То есть вот до 7 октября. Но забрать, получить сам ключик можно только до 23 вот сентября. Имейте в виду, успейте сообщить друзьям или возьмите ключик и подарите кому-то. Но имейте в виду также, что нужно активировать в течение 15 дней. Значит, смотрите, беру ключ. Так, вот, клик сюда, чтобы взять ключ. Так, Outlast. А, вот, кстати, и сама игра, и дополнение. Ну, давайте пока вот саму игру ключ. Да, вот он, ключец на саму игру. Копировать. Захожу в Steam. Активировать в Steam. Далее. Согласен. Вставляю сюда ключец. Вот, Outlast. Вот только что появился у меня. Так, готово. И плюс дополненница. Тоже сюда жмем. Ключ. Захожу добавить. Активировать. Согласен. Ключ вставляю. Берем Outlast. DLC. Взял. Все. Значит, где он у меня появился? Вот Outlast.
И здесь, наверное, его и DLC сразу же, да, будет. Друзья, достижение, доп. Контент. Вот, вот оно, DLC. Такие вот дела, совершенно бесплатно сейчас урвали. Значит, ну, может быть, этот онлайн-шутан вам не очень зайдет, но можете взять, поиграть. В общем-то, тут не особо урвешь, вроде бы он навсегда бесплатный. Но Outlast урвать для коллекции, да еще и с дополнением, то есть очень, я думаю, круто. Не забывайте смотреть на ссылочки в описании, в том числе будет ссылочка вот на статейку, в которой я собираю всю информацию по раздачам, по халявам. То есть здесь вот все-все-все игры, которые мы с вами забирали. Хочу здесь сделать, кстати, рассылочку. Вообще, чтобы, ну, по каналу не лазить, вот эту статейку, ссылку на статейку эту возьмите себе, там в браузере держите, и там раз в день заходите, смотрите, раздача появилась новая или нет, то есть видео в конце. Если появилось, зайдите, возьмите. То есть в этой статейке я все выкладываю. Также не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайт rmpc.by, сюда в рубрику «Блоги». Инструкция в описании, я здесь постоянно тусуюсь. Все, в общем-то, продолжаю следить дальше за халявой. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.